Юлия Проскурякова и Игорь Николаев практически не расстаются. Однако однажды супруги разлучились по очень уважительной причине, но в самый неудачный момент. Чуть ли не со дня знакомства Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе. Они как сиамские близнецы, всегда друг с другом. Впрочем, однажды им пришлось расстаться. Это случилось незадолго до рождения их дочери Вероники. Тогда Юлия Проскурякова отправилась в Юрмалу, чтобы отдохнуть, и вскоре вернуться в Москву, чтобы лечь в роддом. А Игоря Николаева ждала поездка в Сочи на музыкальный фестиваль. Но планы супругов скорректировала Вероника. У Проскуряковой начались преждевременные роды. Когда Юлия позвонила мужу, чтобы сообщить эту новость, Игорь садился на самолет. «Звоню ему, Игорь, рожаю». А он так растерялся, что говорит: «Нет, не надо, подожди». И тут самолет поднялся в воздух, связь прервалась. Пока Игорь летел, стал папой. Наверное, для него эти 2 часа неизвестности были не менее мучительными, чем процесс родов для меня. Зато когда Игорь приземлился и включил телефон, сразу увидел фотографию дочки, цитирует Юлию Проскурякову, 7 дней. Известие о том, что у Игоря Николаева родилась дочь, быстро получило распространение. Все меня, конечно, поздравляли. И только через неделю я смог, наконец, вырваться с конкурса к Юле, сообщил Николаев. Родители долго не показывали общественности лица малышки. Проскурякова опровергла информацию о том, будто они с Николаевым прятали дочь. Тайны никакой не было. Мы не делали фотосессии с Вероничкой, потому что раньше дочка сложно воспринимала незнакомых взрослых. В отличие, кстати, от других детей, Ника запросто может от избытка чувств обнять первого встречного мальчика или девочку. Но если бы с ней стал работать фотограф, стилист, она бы только расплакалась. И все равно бы ничего из этого не получилось, объяснила певица. Оказывается, долгое время помимо родителей она позволяла взять себя на руки только 4-м, своей сестре Юле, сестре Проскуряковой Оле, еще Алле Пугачевой и Максиму Галкину. А сейчас Ника стала гораздо контактней. «Мы уже чаще можем приглашать в дом гостей», — похвалилась Проскурякова.